Любого мужчину в какой-то момент переполняет желание воспеть идеальную женщину. Одни посвящают ей стихи, другие — волшебные мелодии, третьи высекают идеальный женский образ в камне. А кто-то берется за кисти. В нашем художественном музее есть гениальные картины о женщинах, написанные мужчинами. Вот гадающая Светлана кисти Брюлова. В надежде узнать имя жениха ей одновременно и страшно, и любопытно. Посмотрите, вокруг нее темно, но лицо озарено светом. Для художника она тайна. А это женщина под зонтиком Крамского. Поза расслабленная, но при этом брови нахмурены, рука крепко сжимает книгу. Сразу виден характер, как это по-женски. А вот и портрет княгини Юсуповой кисти Серова. Утонченная, изящная, она, кажется, держит нас на дистанции. Портрет как бы не закончен, но сделано это специально. Серов показывает, что прочитать этот образ до конца невозможно. Кустодиевские образы. Купчиха, пьющая чай. Такие женщины там, где широта русской души. Ярмарки, гуляния, шум и веселье. Для них жизнь — настоящий праздник. Ну и, конечно, русская Венера. Собирательный образ, воплощение идеала. Кустодиев писал картину на закате жизни, тяжело больным. Только подумайте, в самое сложное для себя время художник посвящает картину женской красоте. Это многое значит. У каждого мужчины свой идеал женщины. Спасибо вам, наши таинственные, серьезные, веселые и всегда идеальные. С праздником вас!